В Сахалинской области идет подготовка к переводу телевизионного вещания в цифровой формат. Напомним, с января 2019 года в Российской Федерации начнется процесс прекращения работы аналогового телевидения. Ему на смену придет цифровой формат с яркой и четкой картинкой, лишенной помех и искажений. Подготовка к этому событию велась в течение нескольких лет в рамках федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы. С нового года процесс цифровизации затронет и населенные пункты с численностью населения менее 100 тысяч человек. Сеть первого мультиплекса, в которую входят 10 каналов, Первый, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Петербург, Пятый канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ, Центр Москва. Действует по всей стране. Сейчас готовится запуск второго мультиплекса. В его составе РЕН-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. Сегодня все необходимые объекты построены, к запуску цифрового вещания все готово. Запланированное мероприятие обеспечит для 98,4% населения нашей страны бесплатный доступ к 20 общедоступным телеканалам и 3 радиоканалам. В Сахалинской области показатель охвата цифровым вещанием будет несколько выше, чем в среднем по России – 98,6. Работа по информированию населения началась правительством области еще в середине лета.